Люда! Ты извини, пожалуйста, я задержался. Очень много всяких дел. Что-нибудь случилось? Ничего, а что? Ты чем-то взволнован. Да не, тебе кажется. Поверь мне. Ты знаешь, папа хочет, чтобы мы с мамой уехали в Ростов. Говорит, что сейчас в Москве опасно. Подожди, как в Ростов? Ну, я сказала, что я никуда не поеду. Отец стал кричать на меня. Я знаю, почему ты хочешь остаться в Москве. Но тут вмешалась мама. Людмиле 19 лет, и как она хочет, так пусть и поступает. Папа стал еще больше кричать. Меня не интересует, что хочет моя дочь. Вы поедете в Ростов, и все. Но мама сказала, никуда мы не поедем. Мы тебя не оставим. И я тебя не оставлю. Что с тобой, Миша? Ты сегодня совсем другой. Да ничего, просто так. Я устал. Скажи мне, Лёд, что бы со мной ни случилось, но что бы ты обо мне не узнала, ты всегда будешь со мной? Всегда. Вот сюда, скорее. Стоите.